Мы чувствуем, когда другие люди нас грумят. И нам не всегда хочется, чтобы они это делали, потому что мы чувствуем, что мы будем за это что-то обязаны. Например, каждый наверняка сталкивался с такой ситуацией, когда тебя грумят, и ты думаешь, уйди, вообще не хочу. Ну, то есть даже если речь... Только не ты. Да, даже если речь не идет о каких-то там, не знаю, романтических отношениях. Mm-hmm. Просто были люди, которые, ну, условно набивались в друзья. Они делали какие-то услуги, о которых мы не просили, пытались как-то с нами разговаривать, там, что-то спрашивать, а мы как бы... Я вот очень чувствую неестественные комплименты. Mm-hmm. Когда говорят, ой, как ты хорошо сегодня выглядишь, я чувствую, что... Ну, что-то не то, не искренне как бы, да. Угу, угу. То есть, получается, про груминг мы должны понимать такую вещь. Мы хотим его получать, мы в нем нуждаемся, но мы хотим его получать от конкретных людей, с которыми мы хотим выстроить отношения. Потому что мы знаем, что если они нас грумят, нам придется им что-то за это давать. Да? И нам хочется, чтобы это был человек, которому мы готовы что-то давать. Например, наш начальник, от которого зависит наша карьера. Или, например, наши дети или там, младшие братья, сестры, с которыми у нас такие отношения, от которых мы ждем, чтобы они нас уважали и поддерживали нас, высказывали свое хорошее отношение. Каким-то коллегам мы тоже ведь грубим своих коллег, потому что знаем, что вот он может нас подстраховать или как-то помочь. А каких-то не грумим, потому что нам не кажется, что в этом есть некий смысл.